Всем привет! Сразу сходу хочу начать про бой Тони и Гейджи. Теперь боя Хабиб и Тони нам точно не увидеть. Эль Кукуй проиграл, но какую стойкость и дух он показал. Хайлайт все-таки не смог его вырубить. Хотя после таких ударов многие бы вздремнули. Джастин Гейджи настоящий воин. После боя он закинул пояс и сказал, что будет ждать настоящий. Теперь ждем боя Хабиб Гейджи. И сколько же нас ждет разговоров от разных экспертов, что Гейджи вырубит Хабиба. Ну ладно, не будем лезть в будущее, а лучше посмотрим реакцию бойцов. Погнали. И начнем с Генри Сехуда. После победы над Домиником Крузом он завершил карьеру бойца. Сказал, что ему 33 года и что он хочет отдохнуть и завести семью. Я считаю, что это грамотное решение с его стороны. А вот реакция некоторых бойцов. Хабиб Нурмагомедов. Легендарный Генри, мои поздравления, ты зверь. Камара Усман. Как можно не любить этого человека и то, что он сделал? Поздравляю, Генри, какая карьера. Алекс Волконовский. Если ты серьезно, отлично сработал. Великолепная карьера. А вот как Хабиб отреагировал на бой Тони Гейджи. Сначала он написал «No comment» без комментариев. Потом поздравил Гейджи. Джастин, это было впечатляюще. Поздравляю, очень умный бой. А потом сделал такое заявление. В этом спорте, особенно в этом весе, всегда будут голодные львы, которые будут дышать тебе в спину. Если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят, другие приходят. Тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем. Красивое заявление. И я уверен, что война у них будет достойная. И кстати, Джастин Гейджи снова за один бой отхватил два бонуса. Бонус за бой вечера и бонус за выступление вечера. Джастин Гейджи теперь новый бабайка легкого веса UFC. Ждем боя Хабиб.